Вот здесь, в спецблоке матросской тишины, под круглосуточным видеонаблюдением, как бы чего ни вышло, находится загадочный Андрей Ковальчук. Его привезли из Германии более месяца назад, но и в Москве он остается совершенно недосягаемым. К нему нет доступа у правозащитников, с ним не делают очных ставок, он отказался давать показания, о нем по-прежнему неизвестно буквально ничего. И это человек, который, по словам министра безопасности Аргентины Патрисии Булрич, был хозяином, мозгом и главарем криминальной наркоорганизации, пытавшейся, по версии следствия, перевести почти 400 килограммов кокаина. Он был вхож в посольство в разных странах, его рекомендовали другим весьма влиятельные люди, но до сих пор неизвестно, кто он, на кого он работал. Это человек без фотографий и без биографий. RTVI решила это исправить. Это хроника Кировского военно-авиационного технического училища. Секретная войсковая часть, готовившая авиаторов для афганской войны. Андрей Ковальчук разместил видео на своей странице в Одноклассниках примерно за год до ареста. Были предположения, что там он учился после школы. Каждый год в училище поступало примерно 500 человек. И среди них нам удалось найти даже его полного тезку, но только не его самого, что и неудивительно. Потому что в училище Андрей Ковальчук не учился. Он поступил в школу техников при училище. Одна территория, разные здания, разные казармы. И вот тут нам повезло найти его однокашников. Игорь Тимохин сейчас живет в Туле. Он учился с Андреем Ковальчуком в одном классном отделении. 2 года сидели за соседними партами, ходили в одну столовую. 30 лет от Ковальчука не было никаких известий, и вдруг под Новый год он сам позвонил. Я обычно звоню, что про этого известно, что никто ничего вообще не знает. Никто не знает. Вот. И тут 1 января звонок, не пойму, что звонок по телефону у меня. Я раз, ой, а кто это? Ну ты что, меня не узнал? Я, кто это, говорит? Это я, Андрей Ковальчук. О, Андрюха, здорово, трали-вали. Я ему говорю, Андрей, ну что ты? Ну хоть мне тебе посмотреть, как ты живешь. Потому что вот ты меня увидишь в Одноклассниках, вот ты там, допустим, дошел ко мне. Ты мне скинь свои фотографии. А что ты хоть нет фотографии? Что у него на главной стоит пантера, там, или ягуар такой. Самого-то его нету. Вот это мне вот, могу сказать, это меня насторожило вот это, кстати. Вот то, что на фотографии нигде нету. Так и не прислал вам на телефон? Нет, нет, ничего. В этом разговоре Ковальчук упомянул, что мотается по командировкам. Аргентина, Германия. Настойчиво звал встретиться и намекал, что в Москве у него свои люди в аэропорту. У меня все схвачено, у меня пилоты. Я, как, аэропорт, все пройдешь, надо, взлетаем, прилетишь назад, все так же. Ну, вот такой, короче, разговор был у него. Я говорю, Андрей, ты что, я говорю, не паспорт, все загранпаспорт, надо все оформлять. Нет, у меня все подо мной ровно. Вот, поэтому, говорит, звони. Номер, с которого звонил Ковальчук, совпадает с тем, который указан на его визитной карточке, оказавшейся в распоряжении RTVI. После ареста Ковальчука 1 марта этого года Игорь пытался звонить по этому номеру, но никто не отвечал. Мы показываем Игорю фотографию из оперативной съемки Ковальчука в Аргентине. Он. Да он, господи, что мне. Смотри на нее. Я даже просто глаза одни уловил, и все. То он. Все, эти морщинки, все, и глаза его. То он. Вон, сейчас сравнить две фотографии, ту фотографию увеличить конкретно и приложить к этой фотографии прямо на экран. Это будет одно лицо. В дембельском альбоме Игоря среди трафаретов с самолетами, краску разбрызгивали с зубной щетки, все как положено, фотографии нашего наркобарона в молодости. Ковальчук сразу выделяется. Все серьезны, он один улыбается. Ковальчук Андрей. Вот он, молодой какой. Вот. Все время. Улыбается. Он самый улыбчивый, да. Да, вообще, он как-то вот на занятиях двойка, не двойка. Так все время улыбался, в подсказках. Ну, все время улыбался. Он все время в весельчак такой был. Вот казарма, где они жили. Училище закрыто и заброшено, но эти стены еще стоят. Андрей жил не на этой стороне. У нас было 2 классных отделения. С одной стороны, кто набор техников учились, самая Ми-2. И технари, которые учились на Л-29, то есть на технари наземных. Игорь вспоминает важную деталь, которая многое говорит о том, что случится с Ковальчуком позже. Он при поступлении сочинил целую легенду про себя, но рассказывал так, что все поначалу поверили. Похоже, он проделывал это еще много раз и впоследствии. Приехал он поступать-то в чем? Его пескозырка там, страшна первой статьи, это я, насколько я помню. В черных брюках, сидели, допустим, там на кроватях, он рассказывал какой-то вот про море, я там был, там-то плавал, то есть все тогда раскрыли, а потом, короче, оказалось, что это вранье все. В форме,
форме, вот вон я его что приехал, в брюках, в черных клеш, в этой без, в этом, то есть без козырьки, тут у него это там, не помню, Балтийский флот или что было написано у него на этом. Да. А где он это взял, кстати? Без понятия, не знаю, потому что приехали поступать, он уже в этом приехал. Откуда взялась морская форма, вскоре выяснилось. Мы связались с другим однокашником Ковальчука, и он рассказал, что они вместе ехали поступать в Киров из Калининграда, а там Ковальчук был воспитанником военного оркестра. То есть в 12-13 лет семья отдала Андрея как бы в Суворовское училище. В оркестре была военная дисциплина. В Калининграде Ковальчук хотел поступить в мореходку, но не удалось. Впрочем, мечты о странствиях остались. Старшина роты в Кирове вспомнил, что по долгу службы как-то заглянул в тумбочку Ковальчука и нашел там тетрадь по географии. Там было множество грамотных выписок из географических книг. Незадолго до ареста Ковальчук успел вместе с мамой съездить в далекое путешествие. Судя по фотографиям в соцсетях, они посетили остров Пасхи и Ушуаю, самую южную оконечность Южной Америки. Там под фотографией комментарий Ковальчука. «Да, мамуль, знай, что Айвазовский этой красоты не видел». В этом путешествии Ковальчук, похоже, случайно попал в кадр. Его профиль отразился в оконном стекле. Но это позже. В училище Ковальчук общительный курсант, хотя по отзывам знакомых у него много, а друзей мало. Учился он хорошо, поэтому ему спокойно давали отпуск. И он ездил домой в Житомир. О семье он почти ничего не рассказывал. Ходили слухи, что у него в родне какой-то влиятельный военный. Один из сокурсников вспомнил, что однажды в отпуске Андрей Ковальчук якобы поехал в Москву и пошел прямиком на Арбат к начальнику генштаба на прием. Якобы ему удалось преодолеть первый пост охраны, но потом его остановили. Командир учебной роты в разговоре с RTVI эту информацию не подтвердил. Несмотря на все необычные обстоятельства, ясно одно. В то время Андрей Ковальчук еще не собирался становиться секретным агентом. Вот он, сидит Андрей, вот он, видите какой? Вот черенький, вот он, вот. Не помню, 20 километров мы пробежали, что-то такое. Тут Андрей, наверное, у него с пальцами было, я не помню. Я что-то стал фотографироваться, мама мне фотографировать. И он, вот Андрей, видите, он как крючок. И он попал в кадр. Тогда Андрей не избегал фотоаппарат, то есть он снимал? Нет. Такого ничего не было. Из Кировского училища Андрей Ковальчук вышел, отучившись 2 года, в 88 году, прапорщиком с возможностью занимать офицерские должности. Он получил распределение, вероятно, в какую-то учебную летную часть. Дальше самое интересное. Всего за несколько лет он проделал путь от наземного авиатехника до технического сотрудника российского посольства. Как произошло это удивительное превращение, об этом в следующей серии. Сергей Морозов, Игорь Милузов, Павел Ракитин, RTVI.